Ярмарка трудоустройства будет работать с 10 до 14 часов в областной Пушкинской библиотеке. Соискателям будут представлены более 2000 вакансий. К участию в ярмарке приглашают школьников, выпускников, студентов и всех, кто желает начать новую карьеру. Будет возможность пройти профориентацию. Там будут мастер-классы, можно будет пообщаться с представителями кадровых агентств. Будет представлено кадровое агентство не только крупного предприятия, но и малого и среднего бизнеса. Более 50 предприятий участвуют в качестве работодателей. Среди них Тамбовмаш, Тагат, Электроприбор, завод Октябрь, Рифтруд, Пигмент, Изорог, Тамак, Комсомолец, Милоре, Такф и многие другие предприятия. А уже в июне пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В его рамках будет создана отдельная страница портала «Работа России», где будут представлены вакансии работодателей со всех регионов страны.